Всем здорово, всем привет. Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, я, Лёха, ваш Энтаро Адун. Это мой ник такой. Чудной. Да, вы находитесь, собственно, на канале Hardplay. Ну что ж, ребята, добро пожаловать на уже пятую или шестую серию по игре Far Cry 5. Сегодня мы пойдем, скорее всего, на восток. Начнем зачищать потихонечку восток, потому что запад мы почистили, север мы его бахнули, главного босса. Ну, на севере, который я имею в виду, там был. Ну, собственно, нам теперь нужно валить на восток. Ребятушки, заметил одну такую вещь, пока запускаю Far Cry. Очень забавная вещь, вы знаете, очень мне понравилась. Как только закончился стрим, было 50 с лишним тысяч просмотров. Стрим обработался, стрим закончился, и типа такие, знаешь, оп, и как бы на стриме 40 тысяч просмотров. То есть, ну, YouTube продолжает дурковать, ну, как бы, ладно, чё, ну, то есть, все продолжается с того самого стрима, ну да ладно. Не будем жаловаться, просто я делаю свои выводы. По поводу работы Ютуба. Очень обидно. Очень-очень-очень обидно. Здравия желаю. Здорово, ребята. Здорово всем. Чё по названию? F5 нажмите, ребят. Привет с Украины. Здорово, ребята. Здорово. Погнали далее. Завтра, да, КС-ка. Завтра, ребят, будет. Ой, мама дорогая. Ава, ава. Здорово, ребята. Здорово. Рад вас видеть. Название не поменял на стриме. Да нет, все менено. F5 нажмите, и все в порядке. Так. Погодите-ка. Меня громко. Так, во-первых, нужно понять мясо сбитых животных. Вы знаете что, я так оставлю, наверное, эту миссию. Может быть, вот сюда бахнуть. Мы здесь все, в принципе, прошли. Я думаю, что да, мы потихонечку будем двигаться. Давайте к Марине потихонечку двигаться. Я так думаю, что да, в ту сторону мы пойдем. Надо мне понять, сколько у меня там магазиков, патриков и всего остального. Так, вот здесь вот давайте мы заменим. Ну, погнали. Поехали, ребят. Всем приятного просмотра. Спасибо. Я у тебя в долгу. Бери картинку. В смысле? Какую картинку? О чем вы, ребят? Никому не говори о логове. Эдемщики не должны узнать, где оно. Дядь, а можно как-нибудь это... Поговорить в бою находится. Серьезно? Ты в бою? С кем ты в бою? Илай сражается с сектантами. Он я понял, у него своя атмосфера. Просто чувак находится в бою, я все понял. Завтра будет бой. Ага. Мой писюн с твоей губой. Туда. Дядь, подожди, пожалуйста, а ты сейчас там такой. Бум, хедшот. Прекращи. Дядя, это не хедшот, это вообще-то даблшот так-то. Кажется, кто-то есть. Но в голову-то можно попасть, алло. Ну что, пора растрясти съеденные
Дядя, а ну-ка, вот поэтому... Я тебя понял, дядя. С тобой вообще шутки плохи. Охренеть, что тут творится. Ты лох. Грызи его, бобер! Грызи! Хорош! А ну-ка! Бобер его сожрал, короче. Не шутя. Че опять начинается? Че у вас тут, я не пойму. Да ладно, в смысле? Че, прям все, что ли? Все, типа Патрики, все? Пацаны, да вы серьезно? Твою мать. Ой. Так. Что-то я не понял, а где снайперка-то? Только что здесь снайперка была, алё. Во. Чё, все угомонились, нет? Или... О, лосяш. Лосяш, это хорошо. Ого. Ого! Спалился. Вакчат. Ты, дядь, сел, нет? Дядь, можно как-нибудь, ну, ко мне там? Ты или едешь, или... Ну, чё он волнуется-то? Догонишь. Вапчат. Я перемещаюсь из точки А в точку Б. Молодец, и дядь. Наоборот. Смотри, вот. Мишаня тут. Ну и что это такое? Алло, игра! Че сегодня, я не пойму, такое-то, алло. Боже мой. Заместо того, чтобы вылезти, короче, у него там своя атмосфера видно. Братан, нам конец здесь, я тебе отвечаю просто. Нет? Выжили? Господь Бог поможет. Прикольно. Прикольно, ребята. Кажется, мы им не понравились. Блин, ну взорваться можно, нет? Алло. Спасибо. Вот здесь уже начинается территория бабёхи этой. И поэтому, короче, получается, что... Блин, лосяша опасный. Подождите, а может быть нам засчитают это как миссию, если мы вот здесь собьем кого-нибудь? Давай попробуем. А вдруг? Вдруг засчитают как миссию? Нам надо сбить 4 животных на дороге. Или там что-то подобрать, залутать, там... Я так и не понял, что там, короче, надо. Короче, что-то надо. Смотри, как я двигаюсь. Я как бы танцую, и при этом как бы сваливаю. Боже. Давай. Ну-н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 у.
Привет. Так. Водитель грузовика. Ту-ту. Чё? Кто? В смысле, алё, а я же здесь, как бы. И чё? И типа. Это Аделаида из Марины. Тут повсюду сектанты. Ну-ка, поехали-ка. Я не могу здесь оставаться. Бать, тебе нормально, нет? Бать, нормально? Нормально. Это жестоко. Бывает. Так, а вот это что нам надо взрывать же, да? Дядя, а ну-ка, бахни-ка вот этот грузовик. Ну-ка. Сказочный долбоёб. Чем тебя только с больницы выпустили? Чё ж такое-то, а? Дядь, ты подожди, там сдерживать. Да, нихера себе. С миномет, что ли, дали? Открой фургон, там лежит что-то. Ребят, там уже ничего не лежит. Не-не, не в этом фургоне, мирные люди. Не в этом, не в этом. Блин, надо было не взрывать. А вы мне, кстати, до сих пор не договорили. Короче, вот в этих вот... Вот в этих вот фургонах, да, в них оружие лежит, я понял. Я буду знать, ребята, я не шарю. 2К онлайн почти, ребят. Добро пожаловать на стримчанский, welcome. Меня Леха зовут, если что. Так. Слушайте, ну идем мы определенно правильно. Это Аделаида из Марины. Да, вот здесь вот 100% какая-то заруба сейчас будет. Вот теперь только понять, чей это аванпост. Я понял, аванпост сектантов. Подожди, дядь. Блин, а как же мы на аванпосту-то разрулим? Алло. И что делать? Вижу негодяев. Дядь, я не знаю, кого ты видишь, но у меня как бы, ну... Погнали, амигос! Ну поехали, ладно. Погнали. А на шару попробуем. Не прокатит. Сдерживайте их! Подкрепление в пути! Блин, опять по шарам получил! Чуть такое, алло! Бей бабу! Ты что творишь-то, полудурочный? Братан. Во-первых, без патрон идти рашить что-то, это было очень отчаянно. Надо закупиться, надо купить калаш. На снайпу надо купить нормально по количеству патрон. Надо затариться нормально. Мы просто идем на шару с револьвером с одним на аванпост. Это очень отчаянно. Надо калаш купить. Надо просто тупо... купить калаш, потому что что этот творит психический? Братан, ты меня пугаешь, серьезно, я тебе говорю, давай-ка я тебя сменю. С тобой вот хорошо где-нибудь вот по этим ходить. Дай-ка я барышню возьму. Барышня очень накуривает хорошо. В принципе, давай еще раз попробуем, я думаю, сейчас должно зайти. Давай. Вот эта барышня, она более такая... Вот этот вот мне очень много снял. Твою мать! Жесть!
прям очень аккуратненько отыграю. Не понял, а что за водный десант? А, они там типа паникуют, паникуют, да? В смысле? Алло. Так, тихо-тихо-тихо, не палимся, не палимся, спокойно. Ёб твою мать. Матушка, ты спалилась, что ли? Помощь близко! Грешникам не уйти! Ну, это ГГ, ёпта. И что с ним делать, мать? Хорош. Приближаемся с воды! Чего вы там? Нихера вас! Абракадабра, ёб твою мать! Давай-давай-давай, мать! Долби-долби-долби их! Твою мать, вообще просто отлетает! Поднимай меня, матушка! Ну! Ну успей! Ну! Хорош, умница! Надо, короче, это, разворачиваться и отваливать, короче. Это слишком жестко. Это... По поводу ребят Ютуба я ничего говорить не хочу. Я попросил, чтобы гейминг проверил. Ребят, просто ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Остальное все постараемся разрулить. Слышите? После трагедии в Кемерово это началось, вот этот трешак. Я пошел, короче, я буду закупаться. К сожалению, ну... Мои высказывания, они очень повлияли на канал. Ну ладно, без патрона нет смысла, да конечно, конечно. Сейчас сделаем. Так. Так, ну что, нам надо втарить, короче, Патрике, я думаю. Здравствуй. Здорово. Так, ну, во-первых, надо продать все. Мы еще, кстати, попродаем, баблище поднимем. Да. 10 шкур волка, нифига себе. Скорченная шкура. Форелька. Якова я убил, ребят. Так, оружие. Надо бы мне Патрики взять. Подождите. А, калаш, калаш я хотел посмотреть. Думаю, что-то я хотел. Не, калаш закрыт пока что. Драбан надо менять. Бестолковое оружие очень. Мне не понравился драбан. Окей. Припасы. Так.
что они делали здесь, ненормально. К счастью, мы прикрыли их лавочки. Коллаж закрыт, ребят, был. Коллаж был закрыт, к сожалению. Так, отсюда сейчас туда пойдем. Возьми рогатку. Коллаж закрыт, ребят. Да и хрен с ним, ладно, я сейчас так разрулю. Ничего страшного, поехали. Да ничего страшного, ребят. Следи за дорогой, остальное на мне. Я здесь сейчас останавливаться не буду, то есть я прям еду напрямую. Там бабеха это со мной. В принципе, здесь тачка бронированная. Ты стрелять будешь? Нет. Молодец. Я тебя понял. С тобой, мать, ездить? Это забей. Короче. В очко тебя. Блин, аптеки я забыл купить. Чё-то горит. Так, вот здесь какое-то испытание, но я сюда приду. Сейчас прям на срез пойду. Спасибо, Жень. Спасибо, ребят. Вадим Юсуп, спасибо огромное, дружище, за поддержку. В принципе. Все схвачено. Что хотите сказать? Как снаряд летит, пуля не падает, что ли, вообще? Сказки. Сказки дедушки ау. В смысле, господи? У тебя нормально все, нет? Причем они тревогу не поднимают, потому что, ну, у них... Они ее никак не поднимут. Че это такое? Нормально. Освободил. Блаш ждет тебя. Спасибо, Лех. Добавлю, да, потом. Это типа по сюжету надо такое? Привет, Харт, добавишь в стиме? Да, добавлю. Наверное, по сюжету надо, я так понимаю. Наверное. Знаю, обо мне ходят слухи. Говорят, что я лгу, манипулирую людьми. Мне тоже блаженное, короче. Их разум. Что ж, я поделюсь с тобой. Я поделюсь с тобой. Тебе отсыплю. Своей правдой. Прикольно, да, сделано? Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили, дома над ней издевались. Стил, здорово. Она села на иглу.
села на иглу. Ждала смерти. А потом пришел отец. И настал нам всем. С ней нормально все? Дал ей надежду, веру в себя. Отец помог ей понять свою истинную суть, открыть в себе любовь и жизнь. Дал ей новую семью, принял ее такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У нее была цель. Стать, блядь, бабочкой. Я фея. О, давай полетаем. Джеронимо! Однажды отец привел ее сюда. Наркоманы, блядь. Спросил, верит ли она в него. И сможет ли она умереть за него. Это ко мне раз так в дверь постучали, сказали, а вы в Бога верите? Ведь она очень хотела. Вот то же самое, такие же. О, полетели. Отец сказал, что это испытание. Он поверит в нее, если она поверит в него. И тогда она... прыгнула. Слышь, поехавшая. Куда она прыгнула? Слышь. Путь в Эдем открыт для тех, куда ты? У кого есть вера. Все мы богославим, все мы богославим. Иди по пути. О, иди по пути. Сказочный идиот. Просто прими веру. Чего? О, Ленин, такой молодой и юный, октябрь впереди. Позволь отцу указать тебе путь. Ну же, впусти дар отца в сердце. Кто боится высоты? А я точно стану архангелом второго левела? Точно? Не, Ленин врать не будет. У-ху! Дам тебе цель. Какую цель? Кого освободишь, парашют где? Наркоманы. Проститутки. Отпусти меня, Спайс. Я ни в чем не виноват. Куда ты Чак Норриса закинул? Ты с ума сошла, женщина? Я чуть с ума не сошел. Блаженная. Прыжок веры. Да хорош. Ты меня куда закинула, курва? Ты чё, мать, охренела, что ли? Я квест выполнял. Я хотел шатать Марину. Ты чё, женщина? Хер с вами. Чувствуешь его? Это всегда страшно, но мы в тебя верим. Пройди путь паломника. Следуй пути. Я встречу тебя. Если ехать стало лень, дерни эту поебень. У-ху-ху-ху-ху-ху! Счастливой Пасхи! Здорово, пацаны, врываюсь! У-ху-ху-ху-ху! Хорошая игра! И конкурсы хорошие. Дайте зайти куда-нибудь. Нормально? Нормально. Братан!
Ты нормально себя чувствуешь? Нужно оказать помощь! Боже мой! Заклинило! О! Отец Чака Норриса! Оружие! Они все лезут и лезут, никак не уймутся. Достали. Проклятые гуки! Будто разворошили осиное гнездо. Там машины! Черт! Врача! Врача, врача, позовите врача! Ты полезай на ту стену! Врача! Врача, врача! Проклятые гуки! А имбот в деле! Пошла наводочка, подкруточка. Гранатки. Глянь, люд, гранатки. Пацаны, трехочковый. Куда с гранатометом побежал? А ну, палаш, палаш, тропка! Тропка, палаш! Да в смысле? О, карденыш ворвался. Хотел загонотить на Fortnite, но не стал отвлекать. Спасибо, брат. Если хочешь, но я не могу. О, да. Я рождена для любви. Спасибо, Харденыш. Ща, братан, вот этот прыжок здесь прекратится. Вау! Не сдавайся! Ко мне, серебряный! У-ху-ху-ху! Кого? Давай. Чё? Зачем мне следить, женщина? С ума сошла? Они пробились. Перелезли через стены. Иду к тебе. Куда там кто пробился? Сейчас я им дно пробью. Они внутри. Берегись. Где? Давай, врываюсь. Не шутя, мать, там леголаз в деле, ёпте. Откуда вы? Едет, едет в соседнее село грузовик с горючим. Грузовик, он едет к воротам. Грузовик! Дядя! Нет! Ху-ху-ху-ху! Та-т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 а. How much is the fish? Как в этом, во Властелине колец, слышь? Нужно вырубить музыку! Ангелов все больше! Уничтожь музыку! Я вам тут, блять, устрою садомию. Выруби музыку! Она их привлекает! Это у меня ушки заложило. Вот это мое оружие. В смысле, нихера ты? Сука. Братан! Возьми наротан. Куда полез? Чё за нахер тут в их канале творится? Вроде на максимальном уровне сложности играют. Что происходит? Все мы благословим, все мы благословим. На нах. Что мне стрелять-то? Давай! Счастливой Пасхи, сученьки! Трипл килл! Матушка, ты... Тебе никто никогда не говорил, что надо рядом со мной бегать? Ты ранена? Серьезно? Меня тяпками окучили. Резни меня, пожалуйста, бестолковая женщина. Я тебя очень прошу. Просто резни. Пожалуйста. Пожалуйста. Женщина, резните меня.
Я у мамы Леголас, блядь. Мать, резни меня, пожалуйста! Пацаны, я смотрю, вы там на стенах, да, веселитесь? В смысле? Там. Подниму, подниму! Поднял! Живи, мать! Роджерс! Сварочный аппарат внутри. Фути брал его последним. Ищи. А ты за мной. Тащите спасибо, железо. Спасибо, Харденыш. Спасибо, бро. Добавлю. Двери камер. Ясно? Тогда за дело. Время. Можешь стать подписчиком? Ну, возьми, проблемы. Да. Конечно, нет, почему нет? Твари лезли по спасибо. Стене, но мы их сняли. Дверь. Вроде не страшно. Жить будешь. Прижми посильней. Не знаю. Короче, надо было, чтобы меня тяпкой бахнули. Я ведь уже собирался в отставку. Думал, будет скучно. Нет, тут всегда весело. Нас, или так и будем болтаться унылым говном? Унылым говном. А, иди ты, Вёрджил, не до того. Говорил же, грубая речь — это признак... Ты не носишь значок! Нет, я не ношу значок. Надо посчитать потери. Но мы же пумы! Вообще-то нет. Слушай, я ношу значок. И шериф тоже носит значок. И этот... простите, кто? Один из моих помощников. Славон, спасибо. Ты же говорил, что их всех сто схватили. Сто лет в обед, дядь. Почти голова, всех. Far Cry в твоем говорят, наш друг заставил лучше. Эдемщиков попотеть. Леха Харт достает огнемет. Вот как. Больше Far Cry никто не живет. Что ж, тогда впрягайся. Спасибо, дядь. Халявщики нам тут не нужны. Спасибо, дядь. Трэсси хорошая, вы подружитесь. Кстати, она права. Дел у нас тут хватает. Поспрашивай. Рад, что ты с нами. Пошел нахер! Иди нахер! Ну ладно. Снимите с меня эту херню, я... Помощник? Женщина. Может, это не мое дело, но тебе стоит поговорить с Вёрджилом. По-братски. Он знает, что делать. По-братски снимите с меня дерьмо. Подойди на секунду. Победи, пумы! Чёрт! Там что, нас? Проблемы! Залезу повыше! Выпустите меня сюда, по-братски. Ой. Ой. Ты за всё ответишь! Инфосотка, выпустите только меня, пожалуйста, отсюда. Нога Чак Норриса! Вы меня можете? Честно говоря, не думал, что увижу тебя. Отец, по-братски выпусти, а. После аварии, я помню, туман. Мать, ты от чего умерла? Поля. Вот скажи честно. А потом я... От чего ты умерла? Сердечный приступ? Я видел, да. Бывает. Все, что она говорит, все, что обещает, это все ложь. Держись от нее подальше. Снимите. Или кончишь, как маршал. Блажь. Снимите с меня этот опоссанный значок. Освобождает. Рон, спасибо. Хочется остаться в жизни всегда. Это ложь. Систему, все братан, ложь. Откатили, обнови. Если бы здорово, Лео. Трейси, не у меня возникла проблема с Файлера 5. Мой ком должен тянуть эту игру на макс. Настой. Спасибо, дядь. Так как все параметры будут, и они даже выше точковое главном меню 130. Систему просто откати, брось все. А когда захожу в игру, становится 7-10 FPS. Точка помоги, чем сможешь, точка будет лучше. Братиш, а я тебе только одно могу сказать. Просто систему откати. Ну, скорее всего, в этом проблема. У меня была такая фигня тоже. Делай все, что в твоих силах. Будем на связи. День добрый. Привет, друг. Как делишки? Слышите? Во-первых, нахер вы меня сюда законопатили, а? Ладно, здесь типа большая база. Привет, приятель. За работу, салат. Ну что, давайте здесь повыполняем. За последние два дня пропало несколько людей. И насколько мы знаем, они не в блаже.
Говорят, одна из приближенных к Вере держит. Спасибо, ребят, за лайки, за подписки. Откуда они возвращаются? Вижу, кто подписывается. Спасибо. Пытки, утопления, жертвоприношения. Те, кто не прошел путь веры, попадают туда. Похоже, у нас серьезная проблема. Кто-то должен узнать, что там творится. Кто-то, кто может постоять за себя, если слухи подтвердятся. Береги себя, салага. Салага? И Чак Норрису сказал, если что он салага. Заломник, то ты не туда. Земля пришел. Тебе асфальтом. Да, у меня мама. Местные не отказались бы от помощи. Так, помощь-то это хорошо. Твою мать. Спасибо за помощь колотится. В тюрьме. Рад, что у нас есть штаб. Бессмысленно звучит. Бандит, спасибо огромное. Можно, а почему нет? Вперед, выступаем! Здорово. Ну, веди. Лех, вот думаю тоже Far Cry 5 покупать. Как тебе игра? Конечно, конечно. Посоветовал бы купить. Ну, если... Если бабки есть, конечно, почему нет? Ну, игра реально прикольная. Конечно. Ну что, поехали сюда. Погнали. Леха, здорово. Смотрю здорово. Тебя с тех времен, когда ты сидел в блатмаре. Даже в плейлисте остались песни. И грузовики, и лодки развозят блажь по всему округу. Спасибо огромное. Спейсон, спасибо. Сделай доброе дело. Если эти парни убивают людей, то пусть и удивляются, что с ними обходятся так же. Ну, ты понимаешь? Нет, не понимаю. Цветы пусть... Чё? Я не пойму, там по пути какое количество заданий хотите дать? Йоу, это акула. Мы запланировали пикник. Слышь ты, акула. Акула. Давайте к акуле сходим. Недалеко. Пикничок, говорит. Опять забыл аптечку купить. Да, они особо, братан, здесь не выручают эти аптечки. Она их очень долго мотает. Птички, синички. Его нахер отсюда! Да хорош, слышь, с этого, с этой волыны и Миша. Подожди, подожди, подожди. Погоди, братиш. Я аккуратно. Не знаю, чем бы все крою, мать. Я его аккуратненько. Да не. Средний прожар. Господи, спаси меня. Мать, ты людей с ума сведешь когда-нибудь. Я точно родился в рубашке. Мне бывшая рассказывала, узнав, что святошам крышу снесло. Подожди, подожди, что-то он мне рассказать хочет. Мне бывшая рассказывала, узнав, что святошам крышу снесло. Акула спасибо. Захохотал, как псих, схватил канистру с пропаном и помчал к трейлерному парку. Даже знать не хочу, что он задумал. Что нахер опять происходит? О, вечеринка. Успокой себя, пожалуйста. Так, что мы делаем? Нам нужно еще что-нибудь прокачать. Ну да, наверное, четвертое оружие, да, давайте откроем. Пригодится. Сейчас гранатомет возьмем. Помпа. Тяжелое оружие. Полученное очень технологическое. Воу, Ронг, ребят. Ну, я надеюсь, тебе это поможет, Ронг. Братан, я с радостью. Спасибо за совет. Буду рад, если... Благодарен. Буду рад, бро, если меня... Мать, мать!
Да угомонитесь вы тут все, вы что, с ума посходили? Дайте мне спокойно, дайте. Я не хочу умирать! Нет. Здоровье, да, надо прокачать, да. У-ху. Здорово, рогатый! Нихера ты, резкий. Что за это, олень? О, туннель. Как у моей бывшей. Ха! Ха! Хорош! Шутканул. Извините, не задержался. Ребята, извините, пожалуйста, так больше не буду. Мне стыдно. О, там залажей держит. Минус гражданский, ну сорян, я ему с ревика. Ой. Нас так просто не возьмешь, пусть не надеются. Ребят, ну сорян, я не мог удержаться. Я хотел. Я, короче, не знаю кто, но по ходу дела фея их там всех отдуплила, я не знаю, или еще кто-то. Ой-ой, кусты. Дайте мне их залутать-то. С кем вы, блядь, воюете? Братан, ты просто жесткий. Я не знаю, кто ты, но ты просто лютый. Хера ты их отдуплил. Безумный. Жги цветы. Как коноплю, короче, сжечь. Тут сейчас все кайфанут. Смотри, а то у тебя дедушка, девушка обидится. На что? А, угорает вместе со мной постоянно. На что там обижаться? Ничего себе! Банни Хоуп! Веревки придумали зачем-то на гору забираться. И так все нормально. Вот два зубра. Какое животное большое. Иди нахер. Какой хороший, смотри. Так, а где? Куда нам? Подождите. Нам где-то близко. Да хватит мне спамить, шоколаш открылся. Хер с ним, ребят. Подождите, где-то здесь. Где-то здесь у них база. А, вот вы где все. Я понял. А, так это вообще наше, это наш лагерь. Тогда пусть, в принципе, ничего страшного. Йоу, это акула. Мы запланировали пикничок. В принципе, можно... Да не, пойдемте нас по заданию, вот по вот этому. Погнали на это задание. Машина. Что она здесь делает? Это наш шанс. It's my life. Da-da-da-da. Da-na-na-na-na. Forever. Мать, ты не поверишь. Я только что вон оттуда на джипе прыгнул так, что у него дно вылетело. Вместе с моим. Ребят, ну я не знал, что там ответ на это.
Согласен, мать. It's my life. Na-na-na-na-na-na. Приехал, да блин, я чуть не офигел. Что происходит? Вы с кем, я не помню, там воюете? В смысле, он живой? Да ладно. Я иду. Эти плантации вообще горят? Ты человек, что ли, жрал? Ты адекватный? Нет вообще? Воу-воу-воу-воу, слышу, они горят. Спасибо, что ребят подсказали, они прям реально горят. Нифига. Что дальше не сгорело? Блин, меня ранили! Ну и дура. Блядь, эти цветочки. Ой, ой-ой. Интересно, а что-то вообще за это дается за уничтожение поля? Не знаю, наверное, ничего. Валим отсюда, нас сейчас накроет. Надо просто в центр забежать и сделать вот так. Я знаете, когда так обычно делаю? Когда очень писать хочется, короче, вот так встаешь на дорогу. Сорян. Нихера мы тут устроили. Мать, пойдем, а отсюда. Это не я. О! Мои друзья, погодите-ка. Погодите, погодите. Привет, мой сладкий пупсик. Когда сходка? Хочу с тобой поболтать по поводу разоблачателей. Запомни меня. Доллар с мили эмч разы доллар. Спасибо, бро. Не знаю, скоро запилим, братан. Нифига там. Не шутя, там моменталки прилетели. Мать, извини, пожалуйста. Твою мать, горим. Пиц, опять все сожгли. Я тебя спасу. Из отеля дальше по улице доносятся странные звуки. Спасибо огромное. Звуки. Ром, спасибо. Всю мою жизнь там обитают Always, призраки. Спасибо. Так что не знаю, это они или эдемщики. Чё? И призраки. Сейчас я вам устрою. О, освободите аванпост сектантов. В другой раз, уроды. А слотец у меня еще один для оружия открылся же, да? Сюда надо гранатомет брать. Я очень-очень рад. Тополиный пух, адмен, петух. У нас гости! Та-ра-та-ра-та. Я иду. Мать, ты знаешь, ты человек тайминг. Тебя что, негде больше воевать, что ли, как только под Грена лезть?
Так. Господи, в кого что такая дура-то, а? Ты можешь отойти оттуда? Куда-нибудь просто. Что за музыка? Там кому-то хорошо очень. Твою мать, твою мать, твою мать! Иди нахер, а просто. Просто сгори, женщина, и все, и забей. Если я вам всю тут хату с вашу спалю. Все, конец истории. Неинтересный стример. Ты каждый стрим ко мне заходишь, это говоришь. Это очень странно. Здорово, ребята. Здорово. У тебя новый помощник открылся. Сейчас зачекаем. Я же этот, юный пироман. Тачанка какая-то, кстати, открылась. Слушайте, здесь бы хорошо, на самом деле, подлутаться, потому что, ну, что-то как-то у нас и с горючим все печальненько. А знаете, что можно сделать? Во-первых, надо в магазик зайти. Так, боеприпасы. Значит, нужно боеприпасы. Да. Да, хочу. Значит, оружие. Ну, можно этот взять. Ну, хер его знает. 5-6. Короче, все по пятеркам. Одна шестерка. А, ну это то же самое. Ну, давайте возьмем, сколько он стоит. 7200 нам хватает. Погнали, чё? Ух, ёпта. Сколько же здесь всего. Спасибо, ребят, за донат. Короче, если проводить, то гоны в ДНК. Или в парке Горького. Да я тоже думаю, кстати, да. Кстати, подскажи, где он находится. В СМ на какой станции метро? Бро, да я хер его знает, я не с Москвы сам. Чмоки, чмоки, и когда встретимся, обниму. Доллар с мили, Эммон лови, доллар, доллар с мили, Эммон лови, доллар. Спасибо, бро. Эммон лови, доллар, доллар с мили, Эммон лови, доллар. Они наверняка прячут там что-то ценное. Спасибо, дядь. Проверить. Спасибо огромное. Слушайте, вот эту шахту, тайник, что ли? Да ладно. Миш, пойдем со мной, а? Они все какие-то не такие. Подождите. Что проверить? Шахту он сказал проверить. Блин, отвлекся из-за этого. По-моему, парк культуры, да, называется. А, вот тайник-то. Слушайте, пойдемте на тайник слазим, ребят. Тайник — это всегда хорошо. О, машинка едет. Миш, иди машину съешь, а. Что-то такая лайтовое местечко. Супер лайт, я бы сказал. Магазин здесь тоже. Слышь, типа, а куда делись-то? Машина куда делась? Забавная игра.
Да в смысле? Ты же умер. А, это друзья ваши? Нормально. Внезапно сейчас было. Подожди, откуда они? Это наш. А. Я тебя понял. Я тебя, друг, понял. Еще какой-то туземец стоит. Отступаем! Можно вообще ножом? О, попал. С ком мяса. Сейчас подойду, братан. Сейчас я здесь маленький. Сейчас медведь доест. Медведю вообще насрать. Господи боже, помогите! Мужик, отойди, сейчас сгоришь. Мужик. Миш, ты нормально с тобой все, нет? Спасибо, дед. А ты что, на меня обиделся, что ли? Здравый бро, чуть твой стрим не пропустил, как всегда, оповещение. Есть один фишка такая одна. Когда с тобой не хотят разговаривать. Говорят, возле шахты Грималкина снимают фильм. Думаю, это все слухи, потому что затея просто идиотская. Сразу заговорил, видишь? Так, обнаружен новый персонаж. Окей. Сразу, видите, сразу как заговорил. Слушайте, надо тайник. В тайнике будут всегда очень много ништяков и денег, самое главное. Не понял, а как это так? То есть тачка свои, стоит не своя, а этот чувак свой? Каким-то подставоном пахнет, нет? В смысле? Что происходит, блядь? О! Пчелы! А, пчелы! Пчелы! Пчелы, ёб твою мать! Пчелы! Не шутя! Слышите вы? Тоже мне. Мишевин, да-да-да. Тип того. Хорош. Пойдем на тайник. Офигеть, блин. Вообще просто трэш какой-то. Ребят, спасибо всем огромное за то, что меня смотрите. Я сегодня что-то маленько в этом. Я сегодня просто после зубного еще. В таком сегодня коматозном состоянии. Знаешь о том наркоше в старом баре? У него есть такая дрянь, от которой можно стать быстрее и сильнее. Я не сторонник наркоты, но сейчас пригодится все, что угодно. А, ну-ну. Читать. Все, кто это читает, это тайник. Я видел, как эдемщики избавляются от дохлых ангелов, сбрасывая тела. Можно там пролезть. Мне нужно куда-то пролезть. Ривас Channel, спасибо огромное, дядя. Пролезть. Леша, привет. Как дела? Жуть. Нормально. Я курить начал из-за близкого человека. Правда, не могу. Как вообще у тебя налично? Счастья. Нормально, тебе все в порядке. Здоровья и побольше любви. Спасибо.
Спасибо, Равас. Спасибо огромное. Надеюсь, правильно ник прочитал. Сорян. My English is not very good. О, пацаны. Ну чё, аниме? Ой, чё-то мне здесь не рады. Миш, там на тебя земляным червяком обозвались. А, пиздюки! Вы чё думали, в сказку попали? Хорош, дядь. Можешь ухо кому-нибудь отгрызть. Жди-ка, вот здесь вот. Здесь вот вкусняшечек стоит. Так. Нифига себе. Не ту кнопку нажал. Сорян, пацаны. Миша. Блин. Не ту кнопку нажал, ёпте. Отпустить, а там есть что спуститься. Не на то нажал. Рома, CSGO, дружище. Дай бог тебе здоровья. Будь добрее, пожалуйста. Потому что ты какой-то не такой. В жопу лазишь ногой. Ты, наверное, голубой. Мы не водимся с тобой. Чё не горит? Ну, поговори со мной, дядь. Все, там все уже сгорели, все. Короче, Миш, пойдем, все. Скажу, лайк поставил и ухожу завтра на работу. Спасибо огромное. В смысле, там что, сильный пожар? Ёлка горит, ладно, бывает. Слушайте. Типа как-то так. А, ну здесь скриптовая сцена, что типа они трупы скидывают. Раз я успел открыть парашютик. В смысле? Что это там? Что-то, короче. Что это такое? А? Чё за баг? Чё за... Чё происходит, а? Мясо надо кинуться, Миша. Нихера себе. Мать, осы! Осы!
Осы! Пожар! Осы! Осы! Пожар! Да осы! Че, у кого че? Спасибо за... Мы знали, что где-то здесь у секты огромное поле... В воде кислота? Типа там надо аккуратно по камушкам? Спасибо за лайки, ребят. 2500 уже лосей набрали. Красава. Сейчас, ребят, одну секунду, я кое-что чекну. Мне просто очень интересно одну вещь посмотреть. Сейчас прям одну секунду. Текс. Да, смотрите, мы с вами на 4-м месте в гейминге. Спасибо вам, ребят, огромное за такой онлайн. Блин, мне правда, ребят, очень приятно, что в любую минуту вы всегда со мной. Блин, это... Я не знаю, что сказать. Спасибо вам огромное. Стремить начал. Очень просто давно стремился. Очень это круто. Как вообще бросить курить? Я тяжелоатлет и прям вообще не в радость мне сейчас. И хотел спросить. Стоит в 16 лет на один сдавать и хотел купить Aprilia RS 125 или KTM Duke 125. Что лучше по-твоему? Ничего из этого. Бро, ну, сейчас подкопи вот. И купишь лучше что-нибудь, ну... Подкопи, братан, и лучше купишь что-нибудь нормальное, достойное. Я вижу их совсем рядом. Ты поскользнулся, что ли? Привет. Спасибо, ребят, за донат. Здорово. Да, но я без фанатизма, бро. Я там не фанат этого всего. То есть, ну, я так спокойно к этому ко всему отношусь. Просто, ну, за собой-то надо тоже ухаживать. Ну как, я же все-таки стример, на меня люди смотрят. Я же не могу как чушок сидеть. Какой-нибудь весь закоцанный, задроченный. Ну, что это за бред? Ну это... что, займемся делом? Это же отчасти неуважение к своей аудитории, правильно? Ты покойник! Тварь! Випсектанта, прикинь, баба бахнула. Красава. Почему я вот здесь вот не могу по ним попасть? А, это скриптовая сцена. Слишком просто. Ага. Я не знаю, сюда можно? Типа да, но нет. Побоська. Это типа надо пропрыгать, что ли, дойти до этого? И теперь Яша лава. И теперь Яша лава. Ой, мамочка, прости. Блять, вот как туда допрыгнуть? Вот скажите мне, вот бестолковый, а? Типа... Опасный момент. Блин, вон там вот надо повиснуть как-то. А как? Хорош. За что-то тут можно зацепиться, ага. Я иду. Я иду к тебе. Мармеладный мой. Бля, и как? Я сейчас так упаду, алё. Погодите. Подождите, ну у меня есть одно предположение, но по-другому я еще не знаю, как можно. Да, это кошка. Кошкой перебираемся вот сюда. А он еще умеет и на веревочке раскачиваться. Я иду. Давай! Опасный момент сейчас был.
Типа, мне, наверное, сюда? Ну, сорян, у меня больше просто нету мыслей никаких. Лёх, у тебя есть девушка? Есть. Ребят, все в порядке, не переживайте. Отпустить! Ой, красиво. Так, мне вон туда теперь нужно. Легчайше, ребят. На самом деле я не вижу здесь ничего прям. Это наш шанс. Мать, я не знаю, какой шанс, но пока я тебя жду, я тут уже сокровище тамплиеров нашел или кого там. Пятую колонну. Восьмую эту. Чудо света. И нет, ну только не сейчас. Ну чё ты, а чего меня кошмарит ты здесь? Меняю позицию. Давайте нахер вот это вот вообще просто сожжем и все. Ну его нахрен вот эту вот ангельскую пыль. Не, братан. Собака! Собака, ты же друг человека! Нет! Нет! И сюда, блядь! Горю! Горю! Блин, собаку жалко. Ну, ёпте. Пацаны. Что за игра, а? Вот эти уже толстенькие прям, ребята. Тут охраняют нормально эти сокровища. Тебя не уйти! А это, говорит, автомат Калашникова. На твоем, говорит, пистолете что написано? Муляж. А на моем, говорит, Desert Eagle. Калибра. Слушайте, ну все. Это как бы и есть сокровище. Куча поинтов. Куча поинтов. Три поинта получается, да? А сейфа у них здесь нет, что ли, да? Я так понимаю. Слушайте, пацаны, ну здесь вроде не сейфа, нет ничего. Спасибо огромное за донат. ФКПП. Наверное, правильно я не прочитал. Спасибо, ребята. Спасибо, пацаны. Давай. Привет с Украины, здорово, ребят. Блин, собаку жалко. Ну такая игра, ребят. Чё, ничего не сделать, самому жалко, блядь. Спасибо. Ребят, мне кажется, пора в чате написать, знаете, что? Вот так вот, такое протяжное, знаете. Вы меня спросите, почему? Потому что дяде Лёше дали автомат Калашникова, понимаете? Когда к дяде Лёше попадает автомат Калашникова, то, по-моему, начнется сейчас это. You touch my talala. И что-то там, какой-то там дин-дин-дон, да. Вот это абсолютно верно. Так, мы, кстати, с вами потихонечку, помаленечку приближаемся к какой-то крутой миссии. Пацаны, ну что там у вас? Аниме? Я понятия не имею, как они живы. Я им накидал, там у них аж тачка задымилась. О, чувачок что-то сейчас мне скажет. На компе играешь? Конечно, да. Что это такое?
Там откачивают. Бери. Всегда было интересно, откуда эти цветы. Ходят слухи, что святоши нашли их на месте старого летнего лагеря. О! Кстати. Что это? Что такое нахер? Что за звук? Надо присобачиться к калашу. Что там? Машина-то взрываться будет? Нифига ты отчаянный типан. Слушай, братиш, ты вот мне скажи честно. Ты нормальный, нет, человек? А кто-то залегает на днище. Бэху нулячую хочешь брать? Не понял. В смысле, какую бэху, братан? Не понял вопроса. Спасибо за донат. Купи коллиматор. Сейчас, ребята, я обвесы сделаю. Ну-ка, отпусти. В смысле, братан, какую бэху? О чем ты? Может, что-то неправильно... Во, согрел. Ну алё, пацаны, ну был же хедшот. То есть я не пойму, ты сквозь тебя что ли пули летят, алё? Вижу эдемщиков. Где матушка, говори. Надо, знаете что, надо... Где? Кто стреляет? Я тебя закопаю! Ещё бы чуть-чуть. Фига ты дерзкий. Ты чё, братан? А, мотак? Мод нулячили? Про машины нет. Он, наверное, про этот. Ребят, не-не-не, какой? Нулячий он стоит немерено, ребят. Нулячий у меня не хватит бабла на него. Да и на такой сейчас, если честно. Не знаю, хватит. Посмотрим. Бэху РР-ку вы имеете в виду? Ты так и написал, что РР. Братиш, нет, нет. Не нулячую, конечно, нет. Годовалую, может быть, найду. Один сезон можно найти. Ну, я вам так скажу, можно вообще найти в идеальнейшем состоянии. То есть, ну, по-хорошему. Надо просто знать, где искать. Ну, годовалую не будет проблемы найти, ребят. Что-то вот здесь серьезное. Давайте-ка вот отсюда. Ёб твою мать! Иду! О. Прям между... Они здесь, видишь? Нас атаковали! Нужна помощь! Я вижу их совсем рядом! Молись, уроды! Прикрыл, братан! Нахер, а чудо. Все. Сектанты знают, где ты. Они вызвали подкрепление. Держись там. Это я люблю.
Куда это вы все побежали-то? Опять этот. Все что? Да держимся во имя, да. Во имя всех, кого только можно, мать, держимся. Что-то как-то вроде спокойненько так. Пока я напряга какого-то там, знаете, супер-мега напряга я не ощущаю. Пушат. Кушат немножечко, но... Блин, сколько они здесь народу переколупали. Ёпта, нихера. Спасибо, ребят. Да ёб твою мать. Это не подсос. Просто у меня вопрос. Как ты добился такого успеха в плане стримов? И можно ли взять у тебя советы? Я знаю, что если хочешь добиться большего, то и пообщайся с теми, кто уже наверху. КЛП, ну если это реально ты, то есть пиши, почему нет. Если это реально ты, то цинкани мне. Пообщаемся. Я всегда рад помочь, чем смогу. Почему нет? Тем более людям, которые тоже там стараются, заморачиваются. Поэтому почему нет? Пиши. Блять. Я не пойму. Убейте жрицу. В смысле? А где она? Подождите. Может, я что-то не понимаю? Подождите. Рядом есть задание. Убейте жрицу. Ну, мы здесь сделали. Какую жрицу? Алло. Я что-то пропустил? Она в лодке. Это вот это она и есть жрица, что ли? Бля, они очень жестко поливают. Ну, это с калаша их надо жахать. Да нихера, как вы простреливаете-то, алло? Блин, багов в игре, конечно, огромное количество. Ну, что это такое? Просто на ровном месте. Она приедет, типа, ну... Блин, пипец, стоял за железкой вообще полностью. Специально левее даже вроде отошел. Багулик очень много в игрушке. Единственный, наверное, косяк. Похоже, слухи были верны. Разведчики сообщили, что жрица направилась в твою сторону. Это не совпадение. У тебя пара минут, чтобы осмотреть зону. Входи осторожно. Там могут быть заложники. Братиш, ну... Раз... Три... Четыре... Ну, насколько я вижу, это все. Что происходит, а? Где они есть? Блять, он.
Да жесть, а. Дефолт, спасибо, дядь. Лёх, привет, точка. Стрим, смотри, ты классный, Лёх. Просто не всегда да не очень хочу с тобой встретиться, просто чисто побазарить. Да без проблем. Мира по футболу поедешь в Волгоград. Кореш. Братиш, не, я не фанат. Тебе очень приятно, удачного ПК. Спасибо, братиш. Я не фанат футбола, братан, русского особенно. Они здесь, видишь? Ну и где твой отец? Во-во-во-во-во. Твою мать. Просто пропал. Был-был и пропал, прикинь, тип. Доигралась? Столково. Бля, ай, какая она тупая, а? Боже. Боже мой. Че ж такое-то, а? У меня сегодня вообще день как-то, ребят, не сдался. Вообще не могу, блин, ни стрелять, ни вообще ничего делать не могу. Че-то сегодня вообще какая-то непруха. И в Фортнайте просто вообще был дикий какой-то подсос. Ну ладно. Нахер эти заложники, вообще ничего абсолютно за них не дают. Толком там дают по мелочи. Ну вот как эта идиотка откисла, а? Вот скажите мне вот. Вот как она могла вот там откиснуть, а? Господи. Ну она даже не добежала. Максимально, да, ребят, уровень сложности. Там спросил я, наверное. Не ответил. Сектанты знают, где ты. Они вызвали подкрепление. Держись там. Блять, вот как мне... Как мне вообще сюда, в принципе, залетает? Вы мне можете сказать, а, глупому человеку? Убери эту истеричку нахер от меня. Вот здесь надо позицию держать. Тупо и все. Самое главное забрать. Здесь, да, надо позицию держать. Вот эту мразь надо. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Как вы здесь по мне умудряетесь попадать? Вы мне можете, нет, объяснить? Да? Помощь, говоришь, тебе нужна?
Помощь — это хорошо. На мужика. Спасибо огромное. Я тоже очень надеюсь. Все, сейчас я эту миссию пройду, ребят. Сейчас я соберусь. Сейчас не донатьте, ладно, вот эту миссию. Сейчас я прям ее... Сейчас ее затащу. Тут нет ничего сложного, нужно просто на одном месте стоять. 100%. Прям на одном месте встал и все. Я думаю, даже, наверное, крышу надо правильнее занять. Сейчас затащу. Ушел, спасибо. Я ничем сейчас не смогу никому помочь. Я ничем сейчас никому помочь не могу. Ты видишь, что у меня у самого на канале происходит? Ребят, все просите помощи. Увидите, что у меня YouTube, что со мной делает. Поэтому, парни, я сейчас никому не смогу ничем помочь. Сейчас крышу попробуем занять. Кстати, блин, наверное, от крыши и надо здесь было с самого начала играть. Знаете, почему надо было от крыши играть? Играть надо от крыши, там пулемет есть. Есть, да, тут. Ага, ага. Я понял. Нормально. Чё за... Ну ты будешь, нет, смотреть там немножко. Я в спину забегу. Ой, хорош. Ну и что ты творишь? Слушайте, ну мы живем. Я не знаю как. Блять, меня вот эти пулеметчики прям. Черт, Святоша, близко! Хорош. Хорош. Держим, 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 держимся. Что происходит-то там, я не пойму. Игра, алло. Хорош, мать, ты прям... Вообще просто я у мамы Леголас. Давайте, давайте. Хорош, матушка, вообще, да, выщелкивает, нормально. Блин, максимальный хардкор, ребят, ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вообще жесткая. Я на крышу. Сейчас надо лодки бахнуть. Ну, лодки же, да, сейчас? Или нет? Че, я ошибся, что ли? Не, ну если в спину не стреляют, то... Сейчас все будет. Да. Да, блин, прикольно.
Да ништяк, ребят. Я очень рад за все за это. Как хорошо, что вот сейчас вот они по мне не стреляют. Все, что ли? Убили? Бывает. А, ну типа убили. Бахнули, что? Слушайте, ну это было очень жестко. Миссия напряжная, знаете из-за чего? Здесь, ну из-за урона, который по нам наносили. Жестко. Очень много. То, сколько здесь по нам всаживали. Но здесь, видишь, именно урон. Урон очень серьезный. Прям очень серьезный. Вот эти пулеметчики, они практически сразу высаживают. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Я могу сделать, в принципе, быстрый переход. Давайте, да, быстрое перемещение, пойдем новую. Сейчас как раз закупим прицельчик на калаш. Я так думаю, что цевьё купим и так далее. Обвеса, да. Канал забанили, если не знаешь. Сектанты, те же наркоманцы. Бро, ну просто не бывает такого, правильно? Что-то есть какая-то причина? Подожди, надо его выслушать. Сектанты, те же наркоторговцы. Они выращивают эти цветы, обвеса, чтобы да, сейчас. Из них блажь сейчас. На заброшенной пивоварне. Слушай, братан, ну какая-то причина, наверное, есть. Что хоть пишут? Что-то пишут, наверное. Обвеса на калаш, конечно. Спасибо. Так, нужно продать добычу, в принципе. Нас тут не так много. Центр клык. Блин, бабла у нас, ребят, немного, значит, давайте, да, оружие, давайте на калаш затарим. Где тут наш калаш? Так, коллиматор. Позволяет быстро, точно. Ну, я возьму простой коллиматор. Потому что, ну... Я коллиматор простой возьму. Оптика, она мне не нужна. Увеличение мне не нужно. Подождите-ка. Разработка, тактический прицел. Ну, можно, я не знаю, я бы коллиматор взял, если честно. То есть, ну, я бы взял, наверное, вот простой коллиматор. Здесь больше, ну, ничего не нужно, серьезно. Глушак на калаш. Я не вижу смысла. Можно купить рожок, конечно же. Это рожок увеличенный. И магазин, извините. Енот, дружище, башку себе свою промой и как бы, ну, выдохни немножко. Если ты помешан там на всяких кейсах и на всем остальном, посмотри, что у нас за канал и как бы чем мы вообще изначально занимаемся. На чем этот канал развивается и все остальное. Вот, да, то, что нужно прям. Идеально. Поэтому, братишка, не спань, пожалуйста, всякую ерунду, потому что, ну, просто откиснешь и все. Так. Может помочь? Когда думаешь, что хуже не будет, ты не поверишь, но в пещере Лидии прячется бешеный медведь. Сектанты пытались сделать из него орудие убийства. Бешеный медведь? У них не получилось. Медведь сбежал. Он оказался пистолет, ребят, слишком нет денег буйным уже. И сильным. Многие пытались его убить, но никто не вернулся. Надеюсь, у тебя хватит сил с ним разобраться. Прошу, пока он никого не убил. Судья медведь, нихера себе. Вот это интересное будет задание. Судья медведь. Ну окей. Погнали. Даже самому интересно стало.
Спасибо, ребята. Спасибо за донаты. Он мультики на стриме смотрел. А бандали навсегда походу. Потому что не написано, на сколько времени забанили. Поднимусь, ребят, потом поднимусь на второй этаж. Поднимусь за сейф. Спасибо огромное за инфу. Хорошая инфа, кстати. Это даже не спойлер, это просто как инфа. Спасибо за инфу. Медведь. Твою мать, опять эта больная. Слушай, я не знаю, что YouTube делает. Хрен его. Спасибо, ребят, за лайки, огромные за подписки. Спасибо. Спасибо, братва. Приятно очень. Сейчас я вам даже точно скажу. Сегодня меня кто-то спрашивал, какое количество за сегодняшний день подписчиков. Блин, ребят, огромное спасибо. Сегодня очень много людей подписалось. У нас канал в среднем где-то почти по 1000 человек ежедневно растет. Блин, мне очень приятно, ребят. С завтрашнего дня, день через день, будут выходить, кстати, нарезки. Так что, как-то так. Нарезки по стримам, то есть все, что вот мы сейчас сделали, по прохождениям. Как только открываются прохождения, сразу же я закрываю эти стримы. То есть, ну, и так. Бля. Ну и что это такое? Пещера Лидии. Убейте судью медведя. А, меня прям сюда протонуло? Верные будут гоняться за вами, как псы, пока... Спасибо. Ну а что это за трешак-то? Ну вообще офигенно, пацаны. Вот это вы по кайфу вообще сделали. Ага. Есть у меня одно оружие против медведя. Называется... Взрыв пакета. В смысле? Чё за... Может, бочки надо этим нахер взорвать все? Настоящий! Он настоящий! Они настоящие! Мать, убей его! Ах! Настоящий! Да бля, иди нахер! На, Миш. Да поебень. Я не пойму. Мать, медведь! С бедра эти сейчас. Да все, изи. Охренеть. 850 бочинских дали, прикинь. За Михаил Потапыча. Нифига я, блин, в него вжал. Вы видели, сколько я в него вжал рожков? Тебе повезло. Офигеть. Это было очень жестко, пацаны. Ну и девушки, конечно. Это я так, по привычке. Что это такое? Освободить аванпост. Пойдем на аванпост. Мне всегда нравилось аванпосты освобождать. Где? Подождите, где она? А где метка? А, во. Сейчас мы через горы. Кстати, вот с этой горы можно будет прыгнуть. Ты чат читаешь? Да, по возможности читаю. Чё ты гуляет, она и гуляет. Чё ты начинаешь? Подумаешь, пума. Сейчас мы зайчиком в гору-то запрыгаем. Ить. Ну запрыгни. Ору. Блин, я так чувствую, я вот здесь допрыгался. Все.
Нет, ничего подобного. Смотри, изи просто. Но это вот багули в игре. Он так не может, по идее, забегать. Потому что, ну, он прям пропрыгивает, заметьте. Здесь, кстати, а вы заметили, что здесь прыжки насколько ускоряют персонажа? Двигаюсь. Слышите вы, блядь, юмористы. Кто? Что это такое, я не пойму, откуда? Да. Он внизу. Это ты внизу. Ох, я что-то вижу. Где? Да хорош, вы чё, гоните, что ли? Пипец, блин, на максимальном уровне сложности. Это реально, это прям... жесткие типы. Не, мне пофиг, я нафармлю на вас. Мне как бы, ну, параллельно. Я на этих туземцах тупо подфармлюсь. Слушай, поля так хорошо вообще выжигаются. Вообще идеально с огнемета. И с чего задумали? Ну чё? Крыло? Джеронимо! Вы ничего не видели. Пацаны, вы ничего не докажете. Вертолет? Намечается тройничок. У-ху-ху-ху-ху! Дай скажу кое-что. Дай ручка погадаю, а? Ну давай. Я подобралась к чему-то, что святоши хотят сохранить в тайне. В поместье Джессопов, где всякие научные штуки. Они как начали орать и размахивать пушками. Я удрала, и мне не стыдно. Я, говорит, бегу и волосы назад. Я бегу, и мне не стыдно. У меня вот, вы знаешь, вот, я сижу, бухаю, у меня дверь открыта, и мне вообще... Материться, ладно, не буду. Я сижу, у меня, говорит, дверь открыта, и мне вообще, говорит... Это мой звездный час! Блин, веселуха. Пошли в жопу. Ребят, успокойтесь, а. Вообще не смешно. Это баг игры. Сам ты лошара. Ребята. Вот только попробуйте заржать. Вот только попробуйте. Обижу сейчас. Суки. Хороший день. Не умею я в светские беседы. Пошли в жопу. Ребят, ну бывает. Ну что, начинаете? Ну, немножко не рассчитал угол падения там. Угол отражения. Так, ладно. Так, все, тихо. У нас серьезный стрим. Откуда их лучше штурмовать? С горы 100%, конечно, с возвышенности. Так, это ванпост будет жесткий.
Этот аванпост будет прям очень жесткий, я бы сказал. Так, ну чё? Я иду. Ага. Здесь, кстати, знаете мне кто понадобится? Здесь мне понадобится мой вот этот вот товарищ. Это 100%. Вы меня спросите, почему? Сейчас увидите. Сейчас ты... Да. Ты идиот. Я не могу здесь оставаться. Перемещаемся с точки А в точку Б или наоборот. Кабум! Вот так! Что за паника там? Интересно. Ага, вот даже как можно было. Что они так забавно бегают, мне так нравится. Такие забавные ребята. А ну-ка еще разочек. Ну-ка в жагалька, братан. Лечу и кричу. Это самый угарный тип. Смотри, он сейчас еще раз даст. Там все в шоке просто в лагере. Говорят, что здесь ска... Нахер выключить этот сигнал. Твою мать, что происходит? Миномет! Откуда здесь миномет? А? Зажал, скилл показал. Касса. Храните деньги в сберегательной кассе. Если они у вас имеются, конечно. Где еще-то последний? Ёпта. Нихера себе. Откуда? Откуда, я не пойму, идут вот эти напасы жесткие? Да сука! Блин, здесь очень, очень сильно эти багуются персонажи. Все, ГГ. Вот где мой сейчас персонаж? Он умер или что с ним?
Короче, забейте. Быстрее будет. Если честно, вообще не понял этого прикола. Типа, моего нет, я умер, и чё мы ждём-то лежим? Ты не взял? В смысле, как я не взял? А, он сдох? Его сразу рубанули, что ли? А. Тогда другое дело. Сейчас будет операция «Всем сосат». Сука, ты меня простреливаешь, я тебя нет. Черт, Святоши близко! А, это же баба, у нее нету бубенцов. Огонь, огонь! Огонь, огонь, огонь! Я пизду. Сюда, на помощь! Пошла нахер! Господи! У меня глаз аж задергался. Насколько, блин... Ай. Это стелс-миссия? А. Медведи бери. Инфосотка. Чат говна не посоветует. Надо брать Михаила Потапыча. Миш, у нас проблема. Пока, пока. Да чё они? Крутой пике когда-нибудь кто-нибудь смотрел? На-на-на-на-на-на-на. Как вы сказали, уничтожь на вышке, да? Правильно же я прочитал? Уничтожь, блядь, тут вообще сюда надо на вертолете на военном лететь. Вообще здесь всех поднапрячь. Подождите, подождите секунду. Во-первых. Подождите, мы сейчас будем действовать грамотно. Во-первых, у нас есть гранатометчик. Давайте так вот, ну, чисто...
я двигаюсь. Я как бы танцую и при этом как бы сваливаю. Бывает. Чего? Осталось одно устройство сигнализации. Вот человек баллон. Все куда-то засуетились, ребята. Паника, паника, паника. Мы все умрем. Слушай, я их нащелкал-то, а? Бля. Куда полез? Братан, у меня осталось 3 патрона. Нормально. Аванпост освободили на максимальном уровне сложности, неплохо. Мне понравилось. Что? Что? Просто ты тысячу уё дали. Михалыч, мы с тобой затащили, вот особенно ты. Бывает. На этой старой пивоварне святоши делали блаш. Хорошо, что мы сорвали им производство. Вы мне сказали, Лёх, открывай вот эти, да? Правильно? Сейчас перематываться. Уже не знаю, сектанты захватили стоянку Лорны. Умный ход. Там есть бензин, припасы. Да и наблюдательный пункт хороший. Нужно вернуть это место пумам. Надо повторить! Давайте, давайте. Аванпостик еще один освободим. Вообще без проблем, конечно. О, карта. Так. Что тут еще есть? Слушайте, надо... По этим местам надо нормально пройтись. Шикарная игра. Можно с друзьями играть. Да? Обязательно поиграю, братан. Ого, тут можно когда-нибудь. Ого! Ого! Когда-нибудь помните вообще, чтобы кто-нибудь говорил «Ого»? Нас обычно по-другому говорят. Патрики, ребят, на меня с Патрики на снопу прям вообще нужны жизненно необходимо. Слушайте, ну чё, смех смехом, ребят. Я пошел, да, закупать Патрики. Надо, а что делать? Ты поработал в тюрьме. Не говори. Сам в шоке. Так. Погоди. Что там, патрики нужны, да? Продать добычу. Комплект. Мишку продать. Боеприпасы. Да? Дорогие нынче боеприпасы. Пойдем дальше, чё? Воу, за 3000, да вы чё гоните? Алло. Алло, я тут ближе есть аванпосты, вот. Вот аванпост, вот аванпост. 3000, да вы чё, серьезно столько? А, вот. Аж охерел. Ты глушак на калаше? Это не надо, ребят. Двери для лохов. Не говори. Го, братан. Меня на таких кочках пучит. Открой-ка окошко. Бля. Не шутя. Михалыч, ахтунг. Ёпта.
еще происходит? Извини, друг, хотя пофиг. Там же люди. Ирод. Бог велел делиться. Это точно. Слушайте, вот с этим вот, вот с этим вот по кайфу ходить по дорогам. Вот вы знаете, он просто идет по дороге и просто он убивает всех. Укачало. Не говори. О, смотри. Сейчас просто ему интересно. Туда кнопочку G нажимаешь. Погнал. Братиш, слушай, тут еще какой-то негатив, а ну-ка. Ну, самый полезный персонаж в игре. Просто. Левша, спасибо огромное. Спасибо, дядь. Спасибо, пацаны, спасибо за напругу. Лев, ты красавчик. Охуенный мужик и лучший стрелок. Ты не можешь меня сыграть с тебя, премьер. От души, дядь. Ну, твою мать. Спасибо. Спасибо, дядь, тебе огромное. Левшат, знаешь, блин, дай бог, чтобы у всех стримеров все было ровно, серьезно. Нормальных ребят, которые реально что-то могут делать и хотят делать. Развивать контент, делать что-то интересное, что-то крутое. Пусть, пацаны, у вас серьезно, вот у всех, у каждого стримера будет все. Я перемещаюсь из точки А в точку Б. Это очень важно. Я видел, как эдемщики волокли сопротивляющуюся женщину в святилище в своей чертовой обители. Наружу она вышла. Кумирами не надо быть. Молчала и смотрела. Вот так. Дядь, ты мне миссию вообще-то какую-то хотел дать. Дядь. Я видел, как эдемщики волокли сопротивляющуюся женщину в святилище в своей чертовой обители. Наружу она вышла уже ангелом, молчала и смотрела на одну точку. Не обращай внимания. Не унывай. Братан, просто не обращай внимания. Все нормально. Просто. Просто не обращай. Не обращай просто вообще ни на что внимания. О, Люпина. Люпины, короче, это знаете кто? Это, если я не ошибаюсь, люди, которые очень богатые. Но это в Пиндостане такое. Это, короче, как наши бичи. Люпины, они там с помоек хавают. Короче, ведут бомжеватый образ жизни. Но они очень богатые. То есть, ну, им по кайфу просто такой образ жизни, типа. Это Люпин. Да, сидит типа такой. Ты топ, ребят. Топовых стримеров не бывает. Бывает топовая аудитория, которая топит за своего стримера и его поддерживает. Твою мать! Я чуть не обосрался! Ты чё делаешь-то? Это чё за сучий скример? Никто не стрелял, у меня глаз задергался. Чё это было, я не понял. Ничего не понимаю. Охренеть. Сорян, ребят, что заорал. Что за скримеры в игре? Алло. Все мы Бога славим, все. Слушайте, а где люди вообще? А, здравствуйте, дети мои. Я к вам с Амиром, а мать его. Давай попробуем. Давай попробуем издалека их, братан, пострелять с тобой. Ништяк. Давай попробуем прямо из леса их побахать. А вы верите в Бога? Интересно, а пожару так начнется? Вот
это, мать его, пожар. Изыди, блядь. Почувствуй нашу любовь. Мужик, давай, твой выход. Я прикрываю. Давай-ка, дядь. Сейчас мы... Братан, если ты туда пойдешь, то сейчас там полбазы разъебенишь. Го, братан. Тебе вон туда. Отлично. Поехали. Скринь. Эту блядскую дудку отключить. Извини, друг, хотя бы. Хорош тут. Кто-то тут. Кто-то тут вылетел. Ангелы отправлены. Красава. Шо по ангелам, пацаны? Ёпта. Я погнал, я всегда гоню. Ну-ка, жахни-ка разочек туда, братан. Все должны поддать слово Божье. Познал. Ёпта, Грена! Опасно, вы чё? Ай-яй, разве нормально, когда столько крови? Ну ты не лезь, куда тебя не просят, эй. Я тебя вижу! Ну ты даёшь! Слушай! Погнали, амигос! А тебя же можно посадить, да, за пулемёт? Дядь. Вот, вот это я понимаю. Ты сейчас смотри, ништяк. Вот там, вижу. Блядь, белки какие-то бегают. Что за белки-то? Откуда они здесь? Ну такое себе, довольно просто. По-моему, все простенько. Че, плюс еще один аванпост. Неплохо мы так по аванпостам, да, прошлись. Смотри, убираются сразу. Вот тайник. Знаешь о парне по имени Фини? Он работал фармацевтом. А теперь он вступил в секту и делает для них блажь. Он наркоторговец. Он блажь. Убивает людей. Если ты сожжешь его поля блажа, то сможешь привлечь его внимание. Он придет за тобой. Дальше я видел, на что ты способен. Ты знаешь, что делать. Мне не нужно тебе указывать. Помни о том, что он все это заслужил. Надо запасаться разным добром. Мало ли что может понадобиться. В старом лагере у озера сектанты прячут снаряжение.
Если кратко, мне удалось раздобыть ключ, так что пока они не могут туда попасть. Тебе лучше проп... Ты полудурочный, но хорош, дядь, ну ты... Барышню с ума своди, не своди. В старом лагере у озера сектанты прячут снаряжение. Если кратко, мне удалось раздобыть ключ, так что пока они не могут туда попасть. Тебе лучше пробраться на этот склад, пока есть возможность. Окей. Угу. Не, мать, нифига себе ты меня зарядила, ёпте. Склад не знамо где находится. Не, ну ладно, чё, я туда доберусь, в принципе. Какое приятное место. О, чёрт, как меня кроет. Как этот винтель нахрен отключить? Очевидно. Да-да-да! Йо-хо-хо! Они жгут поля! Убить их! За отца! Чего? Хорошо, что людей у нас хватает. Мне нужно пойти туда. Чё за дерзкие здесь типы? Бедра, как доллар два раза. Помощник, нелегко тебе придется. Будь осторожен. А еще что? Ты должен сжечь поля блажи. Так мы выманим Фини. Давай сожжем. Пойдем, братан, со мной. Я перемещаюсь из точки А в точку Б или наоборот. Блин. Дамага, конечно, дамага бодро. Да, дамага, чувак бодро вливает. А какой враг? Успокойся, женщина. Ну-ка, выйди нахер из этих кустов. Ну-ка, садани-ка разок. Бам! Чувак очнулся и не рад, наверное, что очнулся. Что, блядь? Я тобой горжусь. Мой сын тоже бы гордился. Вот это нормально, братан. Вот это сейчас был уровень просто. Че меня накрывает-то? Блин! Пипец, опять начинается психодел. Блаж.
Блаш ждет тебя. Чертовы сектанты. Мы позвали тебя в наш дом и в наше сердце. Уверуй в путь и обретешь все ответы. Че? О! О! Заяц с рогами. Всегда мечтал увидеть. Какой маленький. Ему не надо было ни песен, ни тризны. Помните? Как в этом, как у 300 спартанцев. Так он еще рукой по траве. Опять накрыло. Но это по сюжету. Наш путь ведет нас прочь от этого мира сейчас. В такие времена всем нужен совет. Мы должны... О, кружок! Гей-кружок! Должны быть сильны. Смотри же, и ты все поймешь сам. Ведь стоит этому миру узреть. То, что мы создали здесь, в Новом Эдеме. А, салют, дети мои! Любовь. И они придут, чтобы забрать плоды трудов наших. Ты судишь? Ну, гладиатор, ладно, чего вы начали сразу? Судишь наш труд. Говорят, что я безумен. Но просыпаясь по утрам, ты читаешь те же новости, что и я. Аллилуйя, братья мои, а мать вашу. Страшно. Это и есть мир? Это? Тот мир, что мы оставим своим детям? Люди все больше разобщены. Кругом возводят стены. Потому что лидеры слабы и беспомощны. Там ядерный взрыв только что был. Тираны одурманены своей властью. Просил об этом. Я был избран. Рассинхрон F5, ребята, из-за заставки, наверное. Да, знаешь. Человечество слабо. Хардёныш, я и забыл тебя сказать, я тебя добавлю обязательно. Мы мчимся навстречу своей гибели, и нет никого, кто хотел бы действовать. Я это вижу. Ты это видишь. Мы не безумны. Так что же нам делать? Расслабиться и ждать неизбежного? Поверь мне, я далеко не идеален. Но я видел, что нас ждет, и решил действовать. Вести. Го, 4000 лайков. Люди разобщены. Спасибо. И наш единственный шанс — это вернуться к тому, что мы потеряли. К былой невинности. К безопасности и защите. К Эдему. Я спасу тебя. О, цветочек. Но тебе нужна вера. Не, сейчас уже, ребят, сейчас спать пойду. Не, это не байт, это просто по-братски просьба поддержать меня и все. Меня вон та баба со шприцом напугала. До усрачки. У нас не все вернулись. Вроде... С кем был Бёрк? С Грейди вроде бы, но... Да где Грейди? Ах, боже. Спасибо, 3700 лайков. А ты... 4 колойсов, я еще постримлю. Ладно. Спасибо. Черт. Спасибо за поддержку, ребят.
лайк и подписка — это лучшая поддержка для стрима. Нормально у меня все было, у меня никто раком не вставал. Не знаю, долго ли мы. Чак Норрис вообще четкий. У меня ботинки видал какие? Макасы четкие. Стой, мужик. Вот. Слоумо. Что за слоумо-то? В шахте здоровье старого Брайта Уордена. Тайник. Эдемщики устроили заначку. Оружие, боеприпасы и все, что нам нужно. Поскольку у нас явный дефицит и того, и другого, пусть делятся. Отлично. И куда меня вперли в этот раз? Так, меня закинули на юг. В принципе, вообще насрать. Ну чё, давайте, ребят, дожмем 4 колосея. Я вот эти еще два задания выполню, чтобы, ну, круг замкнуть. Потом центр просто заберем и все. Го 4 када. Пойдемте. Это, ребят, поддержка. Просто что-то у меня в последнее время ютубчик на меня подобиделся, к сожалению. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Чтоб ютуб не обижался, мы его лайками будем приправлять. Это очень хорошо, ребят. Денюжки. Спасибо, мать. Так. Это я в тюрьме, что ли, опять? Да в смысле? Че, прожали? О, слабаки, все понятно. Да как выйти нахрен отсюда, эй? Слышь, бесстрашный. Как выйти-то из этого замкнутого круга? Слышь? Блаш изменит тебя, если не будешь осторожен. Здесь правит Балш и их Уайтхорс. Привет. Во, нашел, наконец-то. Ну что, спать идем? Или что, как? Что, как решаете, чат? Спать или что, как делаем? Так, год 4 колосьев, я еще пару миссий сделаю. Так, мне что-то тоже особо спать неохота. Ты все-таки существуешь. Но завтра тренинг, поэтому надо. Карты продавай, они уже не нужны, я понял. Еще немножко. Го, дожимайте до 4, и пойдем. Дожимайте, ладно. Окей, ребят, спасибо. Я тогда прям быстренько, ладно, вот этот вот, два задания вот эти сделаю, и пойдем отдыхать. Рано еще, давайте. Спасибо. Блин, запарили эти кусты. Пипец, они везде, что ли, растут? Ёпта, да что тут за поле-то бесконечное? Не шутя. Ду-д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 у. Как этот терминатор. Так, нам надо обойти сейчас как-то. Скалу эту обойти. А как обойти? Пойдем здесь обойдем. Сейчас он через скалу прям, наверное, пройду. Если получится, конечно, пройти. Да в смысле? Можно же вроде. Ой. Рокет джамп! Вот как он сюда залез? Нифига, мы там срезали 300 метров сразу. Че с КС? Завтра КС? Завтра, ребят. Опасно. Завтра контрструка будет. Стрики.
принципе. Ну, а что, срезали? Сам мальца да срезали, правильно? Согласен. Блять, да в смысле? Да как, че за психодел-то такой? Смотри, как я двигаюсь. Я как бы танцую и при что этом жоп? Как бы сваливаю. Враг внизу. Твою мать. Один рожок прям. Вот, с нами еще пацаны пришли. Го их штурмовать. Блин, одного этого случайно спреем задел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас я тебя урою. Кого ты уроешь-то? Слышите? Давай вылезай, братан. Блин, я второго случайно заспрейл. Слышь, истеричка. Спасибо. Если услышишь пение Веры, беги без оглядки, иначе она утащит. Можно тебя? Не дали договорить, а? Ну давай. Давай, дядь. Если услышишь пение так. Веры, беги без оглядки, иначе она утащит тебя в блажь. А меня уже туда таскало. Все за тебя переживают. Спасибо, дядь, я сам за себя порой переживаю. Боже, вы же меня заметили. Кто там все паникует? О, еще один тайничок. Завтра будет Far Cry? Ребят, мы решили сначала полностью пройти игру. Мы проходим игру. Я тебе должен. Потом следующее. То есть проходим. Подойди, скажу кое-что. Смотри, спасибо. Сектанты. Ты спас мне жизнь. Не смотри. Все, достало. В смысле? Это же фургон их. Ой, в жопу вас, короче. Дядь, подожди, подожди. Меньше слов, больше трупа. Вот этого надо беречь. Это что было? Хера себе. Да твою мать, откуда? Как вы его пропустили-то так? Братан, иди добей его. Блин, мне надо вот у этого срочно. Ну, дядь. Ну. Бабайка. Ну! А ведь наш механик пытался нас предупредить. Еще один тайник. Секты. Он может... Идиот, блядь. Господи, здесь какая-нибудь стрельба закончится, а? Дайте а мне поговорить с человеком. Блин, у него тайник где-то есть. А ведь наш все угомонились, нет? Предупредить насчет этой секты. Он машину уже подготовил и припасы в дорогу собрал. Секта его схватила. Но может у него что-то осталось в гараже? Во! Вот это другое дело. Кажется, что быть верным, это круто. А сразу все успокоились. Сейчас на калашек Патриков намоем. Да он пипец, он психический, ребят, он с ракетницей, видели, как раздает? Шараш там налево-направо. Флэшбэк за флэшбэком. Так, ну чё, тайничок. Я перемещаюсь из точки А в точку Б, или на... Читаем. Когда-то здесь была радоновая шахта. А теперь сектанты устроили здесь склад. Если бы мне хватило храбрости, я бы туда пошел и повзаимствовал т-т-т-т-т. Если хочешь отправиться в это жуткое место, электричество там, скорее всего, еще работает. Главное найти
внутри генератор и включить. Внутри генератор и... Нужно питание. Нужно питание. Подождите. Угу. Да ёпта. Блаш ждет тебя. Иди нахер. Нахер. Нахер идите со своей блажью этой. Генератор. Мне нужно пойти туда. Генератор. Подожди, что за письмо? Мне кажется, та-та-та-та-та, не рано. Генератор. Может быть, где-то здесь. Вот эти генераторы. Закрыто. Блять. Вот, в этом фургоне вы наконец-то я проверю, что здесь оружие. Вы мне говорили, что здесь оружие есть. Типа, Лёх, проверяй фургоны, в них есть оружие. Думали, моя женщина, не шутя там. Там не оружие, да тут тачанка, смотри, причем какая. Там заруба идет, это понятно. Так, ребятки, нам нужно найти генератор. Генератор. Вы мне говорите, лопатой доски бахни. Давай. Братишки, нет. А, смотри по ним. Это по ним столько бахать надо было? Твою мать. Смотришь, это по ним... И ты все поймешь сам. Ты что делаешь, мышь-мразь? Твою мать, прекращай, матушка, прекращай дурить. Обосраться так недолго. Да ну конечно, ну здрасте, приехали, и что делать? Мать, ну это вообще просто охереть можно. Чё? Твою мать. Чё происходит? Я рот мотал этой игры, я вам серьезно говорю. Ну я же должен сюда залезать. Вот. В смысле? Пэму, я что, у меня крыша поехала или что? Какой-то проход нашел. Сука, что происходит? Кто? Кого? Не подходи!
сука. Мать хороша, мать хорош, серьезно тебе говорю, обосраться можно. Прекращай мне уже дурковать. Угу. Во. Смотри, как я двигаюсь. Я как бы танцую и при этом как бы сваливаю. Вижу одного. Пошла нахер, Юда. Нормально, нет? Наверное, назад надо идти, типа. Нет, нет. Да в смысле? Не пойму, куда идти. Хера, говорит, за жопу тебя, бабайка. Бля. О. Короче, мы включить. Чё? Я перемещаюсь из точки А в точку Б или наоборот. Ой, мать, куда здесь бежать? Как? Кажется, тут кто-то есть. Револьвер здесь мой есть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там, смотри. Нихера он. Ку-ку, ёпта. Хорош, вы чё? Не убиваем мы, что ли, ёпта? Нифига он стартанул. Да вы можете мне... Путь в Эдем открыт для тех... Да. Ой, хорош, вот это я прям, вот это я прям удачненько зашел. Слушайте, ну это того стоило. Посмотрите, сколько мы всего налутали, это же просто обосраться можно. Член тебя ранили? Господи, свежесть морозного утра, я никогда не думал, что я так рад буду. Вооруженный конвой у реки. Тут еще, смотри, рядом задание. Ну ладно, давайте поделаем. Вы за меня топите, что же я вам? Стой, 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 не умирай. Стой. Ой, стой, стой, Михалыч, да ты иди нахер. Сука, нет, нет, там тайник. Да, блядь. Твою мать. Доли секунды, вот прям доли секунды я упустил. Вижу, а ну-ка, дядь. Зацени. Зацени, как я могу. Ну-ка, блинчик.
прям секунду, вот вы видели, нет? Змея в член ранила, надо отсосать. Пока, говорит. Вот так. Мне нужно пойти туда. Ну что, взорвал что ли там всех? Яд надо, да, отсосать, ребят. Согласен. Привет, Хардплей. Здорово, ребят. Слушайте, это так, сейчас мы на аванпост быстрее придем. Подождите-ка. Тут тайник, тут и аванпост, да тут просто, я не знаю, да. Слушайте, вот это очень крупный аванпост. Мне здесь мой друг нужен. Главное, чтобы ты был одет. Вижу негодяев. Негодяев. Знаете, такой лозунг надо. Главное, чтобы ты был. Самое главное, чтобы ты был одет. Братан, у меня для тебя херовая новость. Смотри, вот. Тут у них хвала отцу. Не знаю за что, но кто-то пытается наделать во мне дырок. Сейчас. Мы с тобой грамотно сделаем. Мы сейчас там в одном месте кипиши навели. Сейчас мы через лес обойдем. И вот отсюда вот им понавтыкаем. Хорош, дядь. Я не знаю, кто там так балуется, но там прям конкретно взрывают все. Я перемещаюсь из точки А в точку Б. Братиш, это круто, конечно, но... Где люди вообще? Ага, где? Что хотите сказать, я не пойму. Что за клетки? О, надо бобра, бобер! Я бит от этого бомбит. Ага. Не говори. Ох, ёпты, братан. Там не трипл даже килл, там, я не знаю, там... Там просто пенетрейшн. Братиш, ты вообще вот... Вот это просто ваг в чат, серьезно. Он сейчас такое там вытворил. Смотри, что этот изверг с людьми творит. Твою мать, да ты что творишь, хорош? Твою мать. Тут зарубы вообще просто бодрые. Ух, блядь! С чего? Это было опять баг, как в тот раз. Мне бля, ну как так то просто, типа, подо мной что-то взорвалось и все. Ну грену никто не кидал, блин. Надо, короче, опять их всех поперестрелять, я так думаю, прямо издалека. Угу. Я их издалека прям поперебахаю.
Надо их всех пометить. Дядь, только не пались, ради бога, а. Сигналочка отключена. Ну и все, пацаны, чё. Бы только увидеть. Братан, поехали. Бать, он мне прикладом просто наказал. Идиот, нет. Ну, короче, как-то так вот мы освободили. Просто. Психическую вызов. Да не, ну, все просто, когда сигналку. Вы мне правильно сказали, Леха, отключай сигналку. Надо сразу было бахать сигналку, все. О, наша пошла. О, я вообще точно за тех играю, нет? Неплохо, неплохо. Мне очень понравилось. Нужна помощь. О, еще один тайничок. Магазинчик практически местное достояние. Хорошо, что он снова наш. Он горит вообще, нет? А горит? Так, давайте. У нас отряд на вершине пика хищника. Еще что, наверное. Если хочешь добраться к ним, все уже спят, наверное. Доброй ночи. Только аккурат. Мистер помощник. Есть работенка для всех. У нас отряд на вершине пика хищника. Если хочешь добраться к ним, тропа начинается у вышки. Только аккуратнее. Тропа. Сейчас надо. Сейчас надо будет карабкаться куда-то. Это уже на следующий стрим я оставлю. Это будет очень интересная миссия. По горам полазить. Так. А, мне нужно на оружие купить еще на калашечек мой обвесик. А обвесик, ребят, мне нужен очень простой. О, тут даже. О, тут даже какой был калаш, кстати. С этого вот прям с бедра бегаешь, просто херачишь. А... Глушак нет. А, нет, я все, я по фулу обвесил. Глушак на эту пушку не нужен. Спасибо. Давайте, кстати, скиллы прокачаем. Что-то вы мне даже не напомнили. Скиллушечки, ребят, давайте скиллушечки прокачаем. А, тяжелое оружие. Слушайте, надо давным-давно было вот это прокачать. То, что, ну, больше бабла фармить. Надо было вообще в самом начале это сделать. Горелки, фигелки, это мне не надо. Давай вот этого вот сделаем, чтобы он быстрее возвращался. Давайте вот так сделаем. Ну что, мы прошли, да, с вами обе миссии? Да. Да. Ну что, спатеньки? Спатки пойдем, ребят? Я думаю, да, надо спатки идти. Тайник выживальщиков. Ладно, хрен с ним. Давайте последний тайничок возьмем. Вы сегодня радуете меня, ребят, лайкосами и подписками.
Красавчик. Сейчас я даже зачекаю, сколько подписок за сегодняшний день. Просто вообще лучшие топчики. Да, вы за последние дни прям почти косарь. А нет, 1075 подписчиков. Вот так вот, ребят. Норму дневную выполнили. Красава. Чатик против? Ну давайте, давайте, а тайничок. Ладно, еще откопаю вот это и все, ребят. Ну правда, просто сегодня же у меня два стрима было. Да блин, у меня сегодня... Мне не впадло... О, тайник еще один. Мне не впадло постримить, ребят, сегодня у зубного было. Придется делать... Зажигать людей, конечно, плохо. Придется делать этот... Как он называется? Моя сестра слышала, придется делать, как это правильно называется, протезирование, протез. Вроде как пумы спрятали припас за водопад. Вау, должно быть больно. Братан, не на секунду даже. Ты чё? Ты чё, блядь? Какой нахер зубр? Внезапный зубр это был? Бизон или кто он там? Внезапный бизон это как внезапный анал. Люди веры накачивают людей наркотой и ведут их в бункер. Ты был не в таких замесах, Херк. Ты издёшь. В какую ты нахер атаку идешь, а? Дядь, в смысле? Только в тюрьме безопасно. Сектанты туда не проберутся. Он мне сказал, нет? Ты кто, я не понял. Куда они берутся? Смотри, прям пара. А, это... Чё? Сейчас тебе будет на мушке. Го в машине стрим, ребят. Я устал. Ну чё ж, мы не каждый день в машине будем делать. Пломба, не-не-не-не-не. Там зуб у меня вообще развалился. Надо будет... Видел, сколько тут сектантских зубопротезирование делать. О, классное название для... Ну, первый раз я с такой херней столкнулся. Ну, года... Года идут. Че делать? Ничего не сделаешь, братишки. Че здесь происходит? Че там? Извини, друг, я тебя пофиг. Ничего нового. Ну-ка. Сейчас иду, подожди. Чё, бля? Боже мой, идиот! Ты куда стрельнул? Полудурочный! Ой, дебил, бля. Господи. Ты идиот! Ну, стрельни, дай ему. Держись от меня подальше. Посмотри, там все плохо. Я не могу здесь. Все хорошо, братан. Надо вот с этим будет пообщаться. Смотри, 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 вот у этого... Сектанты обосновались в воющей пещере. Еще они прикинь. Они волков, чтобы сделать из них судей. Да, у святош полно оружия, но нас это не остановит. И плюс еще один тайник. Надо очень внимательно вот с этими тайниками. Так обреченно вниз посмотрел чувак, знаешь, типа такой... Бля. Внимательно слушаем. Я ведь предупреждал, сектанты совсем рехнулись, но я знаю, как решить эту проблему. Я поставил свой лучший мотор на новую лучшую тачку и сваливаю. Какой уж я эгоист, я оставил вам кое-что для борьбы с адемщиками. Мою вторую лучшую тачку, полуношницу. Правда, я не помню, где ключ. Где-то в мастерской. Где-то в мастерской.
это была лопата. Это мастерской. Братан, ты что, угораешь, что ли? Чё-чё-чё? Как туда... Как же... Подожди, дядь. О! Ништяки. Найди ключ. Ну, полюбасу какой-нибудь через крышу, наверное. Или нет? Нет, братцы. Люди не ошиблись. Ты действительно круто обращаешься с пушками. Мы с тобой, аминь, братья. Мы тут все разберем. Нет, ребята. А, стоп. О, нашел. Нашел, ребят. Так, выкатилась тачка. И что, типа тачка это и есть подгон? Нет, одну секунду. Нам нужен ключ. Эй, кто там идет? Ключ где-то в мастерской. Где-то. Подождите. Чё же он не пригибается? Иди нахер! Нахер иди, волосатый пиздюк! На тебе лопату в рот! Испугал. Боже мой, серьезно? Чего вы угораете? Они вылезают. Это вы смотрите там расслабленные, лежите. А у меня глаз дергается. Во. Вот это было очень богатый. Вот это было очень богато. Слушай, мы бабла здесь нормально вообще выдернули. Очень нормально прям. Мои яйца дали тебе жизнь, сын. Мои яйца дали тебе жизнь, сын. Цитаты великих. Цитаты великих людей. Мои яйца дали тебе жизнь, сын. Сука. Вот, не, ну тачечка просто. Тачечка просто сасна, и я обязан вот сюда сейчас на ней приехать. Братиш. Просто сядь и просто оцени, дядя. Так, я пристегнулся, можем ехать. О, да. Хорош она становится, как дрифтует. Не, ну, ой-ой-ой, вот это сейчас будет опасно. Ну, а я бы не сказал, что она прям сильно такая быстрая. Не, ну как не быстрая, так она нормально наваливает. Ой, хорош, что она делает? Ой, а бочком-то как она накладывает прям. Опаньки, ой-ой-ой-ой. Ой, сразу. Ой, прям. Ой, спасибо тебе, машина, спасибо. Вот от души просто тебе реально спасибо. Спасибо за вот эти ощущения. Ой, что она боком сделала. У меня прям аж... Надо сейчас будет на аудюхе. Надо будет сейчас на аудюхе прям все поотключать, короче. Все эти пробуксовочные системы. Надо будет дать пару кружков сейчас. Так, ну чё, я думаю, что, наверное, здесь мы остановимся, да, здесь уже по квесту, ребят, вещи.
Слушайте, ну мы сегодня очень жестко вчистили. Наполовину вчистили зону. Очень круто. Мне понравились здесь миссии. Реально крутые. Обязательно следующий стрим пойдем прям по всем основным миссиям. Блин, ребят, спасибо всем, кто приходит на игровой контент. Спасибо всем, кто не собирает сплетни, а кто смотрит меня, поддерживает от души. Доброго вам вечера. Доброй ночи уже, наверное. Хороших вам сновидений. Все, кто меня там парами, с родителями, может, там с друзьями смотрит, с девушкой, там, с братами, с сестрами. Короче, все, кто меня смотрит с близкими людьми, всем передаю привет. Огромное спасибо за просмотр, огромное вам спасибо за сегодняшние донаты. Доброй вам ночи, и всех жду завтра на стриме. Завтра будет дневной стрим, и завтра будет обязательно вечерний стрим, как всегда по традиции, в 21:00. По Москве, конечно. Спасибо вам за атмосферу, за обстановку. Ну, а я пойду со студии ребят собираться и пойду спать. Ну и, как всегда, с вами был я, Леха, Энтаро Адун, мой ник. И это был канал Hardplay. Берегите себя, ребята. Удачи всем. Пока-пока. Покедова. Завтра, кстати, новая нарезочка. Так что, погнали.